Всероссийская акция Общероссийского народного фронта «Класс доброты», стартовавшая в Туве в октябре 2018 года, прошла и в Кызыле. В планах региональной команды молодежки ОНФ охватить всю республику. В этом им помогают уполномоченные по правам ребенка в регионе и представители других организаций, которые участвуют в тематических площадках. Сегодня собрались дети со всех школ города Кызыла, которые стоят на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Программа насыщенная, интересная. Мы надеемся, что они узнают очень много нового, приобретут полезные навыки, умения, познакомятся, узнают много интересного, полезного. Для чего вы это организовали? Общественники собрали целую команду из представителей разных профессий и организаций. Каждый из гостей знакомит школьников со своей работой, учит полезным навыкам и дает наставления. 7,62 мм, емкость на 100 патронов, то есть заряжается вот сюда в коробку на 100 патронов, имеется также на 200 патронов боекомплект. Акция традиционно началась с открытого урока встречи уполномоченного по правам ребенка в Туве Ольги Росовой о правах и обязанностях детей. Школьники, несмотря на достаточно юный возраст, показали неплохой уровень правовой грамотности. Если вы будете знать, куда обратиться, как обратиться, это вот вполне достаточно, чтобы просто помочь самому себе, чтобы чувствовать себя уверенно в этой жизни и помочь не только себе, но, может быть, своим близким, родным, друзьям и так далее. Далее, по выстроенному маршруту, ребята посетили 4 разные площадки. Правовой брейн-ринг, выставка боевого оружия, беседа с психологом и мастер-классы по национальным играм. Закрепляют ребята новые знания о своих правах и обязанностях уже на брейн-ринге, проводимом активистами Народного фронта в Туве.